Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем играть в Sims 4 с дополнением «Жизнь в большом городе» в стилистике My Little Pony. Играем мы за Коко и Акиру. Акира еще на работе, и, судя по всему, он решил задержаться еще на часик, потому что он должен был в 5 вернуться, но его пока нет. Коко уже полчасика дома, я быстренько проигнала домой, потому что она, конечно, там очень здорово с Мико сидела, болтала, но я вспомнила, что у нас ни ужина нету, и, кстати, решила быстренько начать уверенную картину, пока у нее было уверенное настроение, потому что нам там на верхней этаж как раз таки нужна такая картина вот с дамой. Вот тут у нас таком более во французском стиле, я вот сюда вот эту с дамой хочу повесить. Да, в прошлой серии мы наконец-таки переехали в новую квартирку, обустраивала я все, ну, за кадром в основном, вот. И сейчас мы приготовим ужин, я таки надеюсь, что Акира как раз к тому времени придет. Вот на новой кухоньке готовим все как надо. И я думаю, что лучше мы Мико с Наоки к нам в гости пригласим, чтобы они у нас потусовали, чем мы там у них тусить будем. Вот, ну, очевидно, да, Кира точно решил на часик задержаться с работы. Ну, хоть я надеюсь, с повышением, хотя вряд ли, наверное, он с повышением придет, потому что его повышали в прошлый рабочий день. Ну, конечно, там классно все прокачали. Вот, ну, а хотя, кто знает, в общем, сейчас, я думаю, скоро. Нет, просто пока без повышения. Ну, как я и говорила, это было бы сильно кошерно, если бы он два раза подряд с повышением приходил. Вот, что ты у нас пришел? Ну, заходи. Или ты теперь скажи, я не знаю, я тут не живу. Что за дом такой непонятный? Ну, пока сбегаю, я не знаю, в туалет, пока мы тут... Пока Коко доделывает. Да, это теперь твоя квартира внезапно. Ну, такой, господи, я боюсь сюда заходить. Я не знаю, что тут... Что здесь такое, кто здесь живет. И было такого. Я уходил на работу из другой квартиры вообще. Так, Коко у нас какие-то баклажаны делает, что там такое, в общем. Да, отлично. А теперь, до того, как вы накинулись на еду, позови, пожалуйста, пригласить на свой участок. Давайте позовем наших соседушек. Это типа у нас новоселье будет. Мы без особых таких излишеств не будем устраивать домашнюю вечеринку или что-то подобное. Но позовем гостей. Акира, ты у меня резко... Не знаю, что тебе делать в новой квартире. Потрясающе. А ты руки помыл? Неужели переезд так на него влияет? Что он боится теперь? Что ты тут делаешь? Так, знаете, типичный ступор. О, боже мой, я не знаю, что здесь происходит. Ну, берите еду. Рассаживайтесь. Вот вам... Ну, пока три стула. Вообще, конечно, можно и четвертый поставить. Вот, а можно не ставить. А то сейчас понабегут, будут есть нашу еду. Ага, они что, стесняются зайти? Я, кстати, почему-то не могу еду брать в холодильник. Печалька какая-то. Так. Что, их надо встретить? Так они сами не это самое... Позвать. Давайте попробуем с места не вставая. А Наоки где? Ну, Мику мы просто оставляли в той квартире. Интересные у игры глюки. Нормально так. Ну чё вы не заходите? А, вот. Я не понимаю, почему они не могут зайти внутрь. Серьезно. Сходите вы. Бедная. Бедная Дарлинг вообще стоит через стенку. Интересные глюки. То есть они как бы на нашем участке, но почему-то внутрь все боятся заходить. Что с этим домом не так? Почему все боятся внутрь зайти? Ну, вроде они нормально себя ведут после наших. А, еду в холодильник убрать не могу. Заключить в объятия, она его хочет. То не могу, это не могу. Дать ключ от квартиры, купить посудомоечную машину он хочет. Ишь ты какой. Нет, мы теперь тарелки будем выбрасывать в модную урну. Вот. Я ее специально купила по заявкам телезрителей, что называется. Класс. Ну, чё вы не общаетесь, я не знаю.
Хотя ладно, давайте вы сначала доедите, а потом пойдете лучше с гостями пообщайтесь. А то вы сейчас, как начнете общаться, так будете есть в 3 раза медленнее. А, во. Наконец-то. Кто-то. А, ну Наоки, конечно же. Конечно же, это был Наоки, который решил взять еду. Он у нас самый такой нескромный. Все, наконец-то все отвисли. Опять какое-то общественное мероприятие, в котором я не участвую. Мне кажется, в игре какие-то глюки начались, честно говоря. Так, стоп. Положь. Я не успела помыть посуду. Я хотела помыть посуду, но не успела. Так, и тарелки все еще у нас не можно убирать. Это что ж такое? Может, мне попробовать холодильник куда-то переставить? Дайте-ка секунду. Может, я что-то, чего-то не знаю? Так, а если вот так его поставить? Что за глюканы? Черт! Вы все сломали. Ну, короче, я не знаю, что такое случилось. Почему я не могу тарелку убирать? Глюки глючные. Ну что, Акира, давай пообщаешься с гостями. У тебя... А, у тебя досуг плохой. Давай-ка ты вызовешь кого-нибудь на... играть в командную игру. С кем-нибудь. А как там... Ну давай вот с Наоки. Наоки, отставить есть. Отставить еду. А девочки тут посплетничают. На кухне. Девочки на кухне, мальчики возле приставки, все нормально. Это... Присоединиться. Ку-ку какая. Я тоже хочу поиграть. Что-то вы все играете, а я не играю. Нормально так. Ку-ку такая. Я тоже хочу поиграть. Но ей в прошлый раз понравилась эта игра, кстати. Командное безумие. А, тут даже на четверых, наверное, можно, да? Набрать стакана, да? Ку-ку типичная женщина. Хочу играю, хочу не играю, хочу иду стакан пью. Кто первый сел, того это самое... А, ага, даже так. О, господи, насколько человек тут можно? Они все решили поиграть. А, нет, Ку-ку не играет. Соответственно, 4, да, все правильно. На 4. Просто Ку-ку решила просто посидеть. Она как, я беременная, мне надо сидеть, ничего не знаю. Кстати, я боялась, что кресел не хватит, а им нормально, они и стоя вполне играют. Мне кажется, Мику Наоки должна все загораживать. Я не знаю, как он играет, но как-то играет. Все, Дарлинг тоже надоело, Мику тоже надоело. Ну, в принципе, мальчишки начинали, они остались. Ку-ку такая со стаканом сидит. Пила, вылила. Ну, конечно, они нашли компьютер. Чего я от них ожидал? Они нашли компьютер. Просматривать веб-страницы. Ку-ку, тебе настолько скучно в туалете? Точнее, с гостями. Ну, это, пообщайся еще. Что-нибудь. Вот, кстати, с Дарлинг ты мало общалась совсем. Ну чё, кто из вас-то выиграет? Хотя бы вы оба, наверное, проиграете. У тебя хоть там досуг твой поднялся, да, поднялся. Это напряженный чемпионат. Что ж делать с этой едой? А маленькая тарелка тоже не убирается? Все сломали, просто все сломали. Нет, ничего не работает. Я не знаю, может... Холодильник тот же, с которым мы переехали. Давайте попробуем купить другой холодильник. Серьезно. Нет, да почему, что такое? Мы все сломали. Ну, допустим, вот такой холодильник. Покруче.
Да, я понимаю, что у нас такое, ну, классное новоселье. О, а этот работает. У нас сломался холодильник. Он не хочет, чтобы в него заходила еда. Печалька какая. Ну, что я могу сказать? Будет у нас новый холодильник. Давайте черненький такой под цвет кухни. Печалька какая. А с этим что? Может, поломался реально? Не знаю. Ну, ладно. А, нет, еще можно мне вернуть мою штучку? Какая это самая... Мы столько с этим холодильником пережили. Я не знаю, почему. Короче, что-то пошло не так. Что-то сломалось. Чифит. Да ладно. Девчонки тут что-то явно обсуждают у них. Давайте Адарен поспрашиваем. Кстати, мы ей еще главные новости не рассказывали. Всем рассказывают главные новости. Адарен такая, а мне-то какая разница? Активная. Так, что у вас тут? Проигрыш. Отличная игра. Кира не выигрывает, но обязательно одержит победу в следующий раз. Ну, как я и думала, в принципе. То есть, он как бы не особо-то и старался. Что он хочет? Отправиться в парк. Ну, конечно, дать ключ от квартиры, купить посудомоечную машину. А ты давала навыки ключ от квартиры? Ну, поговори с ним, наверное, еще. Че ты отбежал-то так далеко? Поговорите о механике. Гривый. Может, он грустный, потому что он это самое проиграл. Кстати, спросим его о карьере. Он там себе работу не нашел, по идее, не должен был без нас. Науки критик. О, науки нашел работу. Внезапно. Помните, он у нас был тем самым домохозяином? Ну что, мы все еще не можем дать ключ от квартиры? До скольки тебе надо прокачать, чтобы... А, все, Мику уходит. Друзья, они уже все, спасибо. Сейчас, я все-таки хочу дать ключ. А, нет, он ушел. Мы не дали ему ключ. Только Дарлинг остался. Он хочет спать. Естественно, он хочет спать. А, кстати, нет, ты, конечно, хочешь спать. Так, когда у нас рабочее место освободится, я не понял. Нам надо попрограммировать хотя бы чуть-чуть. Так. Давайте попробуем мягко подвинуть, начать нештатную работу, мягко подвинуть Дарлинг с нашего рабочего места. Все, Дарлинг, да, ты верно понимаешь, тебе пора попрощаться. Так, Коко, ты мне дорисуй, пожалуйста, пока Акира попрограммирует, ты дорисуй вот эту вот уверенную картину, которую мы хотим повесить над нашей кроватью. Все, пока, Дарлинг. Вот. Ну, Акира, короче, теперь классный рабочий кабинет, еще не до конца обустроенный, но тем не менее, вот он тут может спокойно себе программировать. Начато. Отлично. А Коко у нас как раз дорисует. Попробует дорисовать свою мега-картину. Ой, как, кстати, мне
так нравится вид с балкона, просто обалденный вид с балкона. Что у нас с цветами? Их уже опять надо полить? Нет, не надо пока поливать. Прикольно. Проклюнулись. Я надеюсь, что тут у нас хотя бы что-то вырастет, потому что в магазине у нас упорно ничего не растет. Да, у нас осень. Я надеюсь, там микусналки не побежали на улицу есть. То они плюшками так балуются сильно, что мне за них страшно, честно говоря. Вот, идеальный. Я не специально поставила эти два рабочих места так, чтобы они на одном экране помещались, но мне нравится, как получилось. Пора есть таких. Нежный напиток, свадьба, женитьба. Ей опять хочется в туалет. Она же в туалет бегала 100-500 раз сегодня в день. Так, ты закончила? Уверенная картина. Отлично. Давайте ее повесим над кроватью, как я и хотела. Вот. Вот, видите, у нас такая комната во французских тонах. И эта картина здесь просто прям шикарно вписывается. Я долго думала, что туда повесить, и пришла к выводу, что на самом деле эта картина лучше всего подойдет к данной обстановке. И внезапно Коко все еще хочет есть. Я даже не знаю, стоит ли так поздно есть. Так, у тебя как дела? Тоже хочешь спать? 25% готово. Ну давай, Коко, ты перекуси чего-нибудь. Там йогурт какой-нибудь. Быстро перекусить. Вот. И потом пойдешь в туалет и спать. И Акира тоже, он как раз процентов до 50 доделал. Тоже его выгоним спать. Заставляет работать. Ну хотя бы с гостями успел пообщаться. Все, жалко мне холодильник мой такой зелененький. Ну да ладно. То у нас есть йогурт. Какая радость. Сколько у тебя процентов? 25. Ну хоть до 50 тогда программируй. О, все, 50. Ну ладно, да сейчас Коко доест, потом вас обоих. В туалет тебе не надо? Не надо им в туалет. Сейчас еще будет смешно, если у них там с кроватью что-нибудь не так. Так, Коко. Брать и помыть. А, стой! Опять не успел. Я, конечно, поставила эту умную мусорку, но я не уверена, что я буду успевать ловить их. Они такие какие-то очень шустрые на мытье посуды. Все, да, ложитесь спать. Ну вот, такой у нас был первый день в новой квартире. Завтра у нас что? Завтра у нас, по-моему, Умникон, если я не ошибаюсь. Завтра же вторник, да. Завтра, может быть, Акире стоит взять отпуск и попрограммировать. Просто на Умниконе классно качаются навыки. Тут я точно помню. Так, сейчас протестируем еще кровать. Ляжет она там или нет. Что я... Ну, хотя с этой стороны-то она точно подойдет. У меня вот с этой стороны были, так сказать, сомнения, что можно будет нормально подходить. Но вроде нет, вроде все хорошо. Ну и ты ложись. Я вот тестирую в медленном режиме, как вы тут ляжете, не ляжете. Отлично. Все, отлично леглось просто. Ну, давайте я перемотаю их сон. 6:37. А Кира такой, я пошел есть, ничего не знаю. Ну, он чуть раньше лег. Ну, вроде выспался. Отлично. Побежал есть. Иди ешь. Кстати, подожди, перед тем, как ты пойдешь есть, а где у вас тут доска с этими с объявлениями, на которые можно почитать про фестиваль? Блин, нет у вас тут такой доски классной, как у нас в том здании была. Так, а на билборде можно почитать про фестиваль? А, вот он, рядышком висит. Господи, я его не заметила. Читать про фестиваль. Он же, вот он висит. Фестиваль Умникон, да, вторник с 10 до 16. Давайте тогда Акира сразу возьмет сегодня выходной. Ему, конечно, там один день до повышения, я так подозреваю. Но Умникон лучше не пропускать. Потому что играть в видеоигры, стать уверенным. Потому что на Умниконе классно качаются навыки, и там есть турниры по программированию. Это то, что как бы специальность непосредственно Акиры. Поэтому, конечно, ему надо бы
это самое, потренироваться. А ты еду успел взять или нет? Не, вроде не успел взять. Кстати, рыбешка это корюшка отвратительная. Нет, так она не выкидывается. Так, открыть. Конечно, они да, разделили эти взять порции. То взять порцию, взять порцию, 150 взять порцию. Раз. Коко. Второй триместр через 46 минут. Что, она сразу толще станет? Я не знаю. Она такая сразу раз. Такой пухляж. Два раза. Ну, короче, у Акира сегодня идет со мной на Умникон. Смотреть на цветы. Что-то вы после свадьбы почти не разговариваете. Кстати, она все еще хочет его обнять. Внезапно. Когда я ем, я глухонем. Они все еще в шоке от новой квартиры. Через 22 минуты. Сейчас попробуем его обнять все-таки. В общем, следующая серия у нас будет опять Умникон. Я, правда, не знаю, даст ли нам что-нибудь там выиграть или нет. Через 9 минут. Так, стоп, стоп. Не мыть тарелку, дать тарелку. Тарелка, урна. О, плюс 20. Плюс 20. Какая радость. Он еще не доел. Какая печалька. Через 6 минут. Ну-ка. Стол такой сам по себе задвинулся. Что? Через минуту. Ну-ка. Наблюдаем. О, видели, видели? Пусико такое. Оп, вперед. Какая милота. Так, и, соответственно, это было 7-8 утра, короче. Это примерно, когда она начнет рожать. Ну, или типа того. Оп-оп-оп-оп. Ага, тарелку отдай. Еще не доел. Выкинь. Плюс 20 симолеонов. Сейсмофобия. Особенности участка в этой области время от времени бывают землетрясения. Здесь персонажи все время находятся в напряженном состоянии. Да ладно. Заключить в объятия Акиру. Дружелюбное. Неловко обнять. Ловко мы не умеем. Это нормальная ситуация. Так, но это не то, да? Это из романтических действий. Такая романтика. У нас осталось еще наше. Еще раз, неохотно обнять. Ну-ка, дубль два. А из романтики нормально. А из дружелюбного не хотела. Просто, просто я с ней не могу хвастаться мускулами. Хвастаться пузиком, я бы сказала. Какое у меня это... Ну, вы поняли. Приложить подарок живот. Вот уже появилась опция. Правда, правда, можно потрогать. Все, отлично. И они побежали, кто первый добежит до компьютера. А, нет, он пошел далее. Ладненько, все, давайте за... Все, как у нас вперед пузом ходит, отлично. Давайте заканчивать на этом серию. В 10 утра у нас начнется фестиваль Умникон. Попробуем, попытаем счастье там еще раз, может что-нибудь. А, я знаю, почему они такие, типа, подвядшие, потому что осень. Это все нормально. Вот, я беспокоилась, что с ними что-то стало. Нет, ничего с ними не стало, просто они... Просто так надо, да. Это просто текстурки у нас осенние. Да, у нас классная осень. Я думаю, может, в одной из следующих серий, пока Коко не родила, мы сходим куда-нибудь в парк посмотреть на осенний пейзаж в Симсах.
просматривать книги. Он пошел, ну, посмотри книги. В общем, да, в следующей серии пойдем... Вот там колбасит. Пойдем на Умникон, попробуем что-нибудь выиграть там в очередной раз. Надеюсь, эта серия была вам интересна. С вами была Тома. Пока.